Приветище! Ну, наконец-то мы с Кех добрались до пляжа, до отпуска, да, полноценный отпуск, наконец-то, да, Кех? Наконец-то отпуск! О, чуваки, у вас крабы есть? Смотри, какие няшные крабы бегут куда-то, наверное, работать. Я ж пошутил. Смотри, они песок копают. Офигеть, ребята, вы что делаете? Это ж пляж, здесь надо отдыхать, загорать. Да, похоже, придется с отпуском повременить, Кеха. Это пляж для работяг. Ну вот. Вещи истребались, но на очереди ты. Повелся на халявные билетики для отпуска. Взял какую-то бурду. Халява бомба! В общем, смотри, что нам сучили, когда мы сюда прилетели. Нам дали вот такую вот штуку. Это металлоискатель. Не знаю, что мы с ним будем делать. И дали сито. Кажется, теперь я понимаю, для чего оно. Наша стрелочка показывает вот сюда. Надо бежать. Смотри, здесь крестик. Похоже, что здесь клад. Так, детектор достали. Давай попробуем поискать, что у нас. Смотри-ка, детектор мигает. Там что-то действительно есть. Давай попробуем выкопать сито. Оп. Мы просели песок и достали $3. Интересно, как это они в песке затерялись. 3 бумажных доллара. Ладно, попробуем еще копнуть. Опа. Воу. Кажется, я что-то нашел. Давай посмотрим в рюкзаке, что это. Это ручка, чтоб ее синим колпачком. Наверное, какой-то бот он потерял. Занимался здесь с учебниками и потерял свою ручку. Кажется, я знаю, что сделать с этой ручкой. Мы сейчас ее продадим. Пойдем-ка продадим. Так, где у нас здесь есть этот шоп? Вон, шоп. Смотри, там какой-то старикан. Кажется, он все скупает. Какой солидный старикан. Ты посмотри, какая у него корона на голове. Эй, погоди, я вроде как ничего покупать тебя не собирался, я хотел впарить тебе ручку. Но здесь мы можем купить сито, детекторы и новые рюкзаки. Ясно. Воу, смотри, вот сюда нам нужно, смотри, пират, он-то точно у нас купит ручку. Пиратище, здорово. Все, мы продали ему ручку, он дал нам $10. За ручку $10. Видимо, солидная ручка была. Смотри, там есть мяч для волейбола, а там есть ягоды, давай-ка попробуем поиграть. Ну-ка, мячик. Тьфу ты, ну ты, это фальш. И сетка тоже фальш. Господи, никакого отдыха, это какое-то рабство, пляжное рабство. И крабы работают, и люди работают, здесь все работают. Рабы либо правы, либо роют рвы. Оу, этот пират дал мне яйцо, из яйца вылупился краб. Подожди. Краб из яйца? Пират, ты где такой достал? Я знаю, что крабы вылупляются из икринок, но никак не из скорлупы. В общем, Кех, познакомься, это твой новый конкурент. Жирный красный краб. Я был обычным мелким крабом, но сегодня мне завидовать изволь. Ведь я само совершенство. Надо было поменьше в красти краб ходить, чтоб его. Кеха, у нашего краба отстойное имя. Нужно назвать его как-то по-другому. Давай сделаем ренейм. Как его назовем? Буч? Ну, значит, Буч будет. Буч. Блин, так нельзя. Значит, будет так. Все, Буч. Отлично. Кех, ты не видел Буча? Буч куда-то делся. Во дела, может, песок пошел копать. Ладно. О, миссия. Смотри-ка, у нас здесь есть миссия. Здесь чувачок, который одет как гном, предлагает нам миссию. Ну, давай посмотрим, что он нам предлагает. Хей, привет, мне нужна твоя помощь, чтобы выполнить челлендж. Ну, какой челлендж, рассказывай. Иди и принеси мне 10 песка, чтобы я начал свой бизнес. Да ладно, чувак, ты хочешь сделать бизнес на песке? Да, ладно, пойдем поможем ему. Посмотрим, что у него из этого выйдет. Где мой детектор? Вот, значит, ищем. Где у нас здесь есть доллары в песке? Или золото? Блин, что-то ничего нет. О, нашел! Смотри-ка, нашел. Достаем наши ситы. Что у нас там есть? $2 нашел. Еще что у нас там есть? Опачки, дезодорант! Это ж как так можно было дезодорант-то профукать? Ты только посмотри, как я свою подмыху вывесил. Наверное, я помазал с этим дезодорантом. Фу, он же, наверное, от потного какого-нибудь чувака. Песочек, песочек. Просеиваем песочек. И последний. Да, mission complete. Это последний просев был. Возвращаемся к нашему гному. Подожди. Что-то я не понял, а чё у меня такая голова большая? У меня голова раздулась. Это, наверное, солнечный приступ. У меня от солнца раздулась башка. Слышь, гном, у тебя есть что-нибудь, какие-нибудь лекарства? Так, что ты нам скажешь? Неплохо, но я все равно нуждаюсь в твоей помощи. Так, что опять? Давай рассказывай. Я должен написать список продуктов, но мне нечем писать. Вот блин, я только что ручку пирату уже отдал. Найди для меня что-нибудь, чем я могу написать список. Так, ладно, значит, я пойду сейчас и поищу новую ручку. Может быть, удастся, может, здесь очень много ботанов работает, которые теряют ручку. Так, где ручка? Ручка, ищись. Ручечка моя, выручай. О, что-то нашел, давай покопаем. Ей! Что это было? Подожди, я нашел водоросли.
Ну да, мы же как бы на пляже, водоросли здесь, это, ну, ничего страшного, бывает. Так, ладно, продолжаем искать ручку. Ручечка, где ты? О, есть! Так, сразу же нашел, снова водоросли. Ну что ж такое-то? Раздутая моя голова. Пойдем продадим, а то у меня уже рюкзак забит всякими водорослями. Блин, а где мой краб? Куда у меня сбежал краб? Пиратище, во-первых, посмотри на мою раздутую голову. А во-вторых, яйцо, которое ты мне подарил, из него вылупился краб, который от меня сбежал. Что это за кидалово? Так, вообще, о, прикинь, у меня голова сузилась. Ну, спасибо хоть на этом, а краба вернешь, может, а? Блин, как бы мне краба-то вернуть, без него как-то совсем скучно. Ты и про меня-то не забывай, ничего тебе не скучно со мной. Так, ну вот, Кеха еще обиделся. Так, значит, где нам ручку-то найти? Здесь нету. Здесь у нас есть что? Нету. Да господи, попадись мне уже что-нибудь. Пустота, пустотенечка. Так, погоди, ручку, кажется, я находил вот здесь. Вот, может быть, здесь сборище ботанов было? Может, здесь еще ручечка найдется? Так, во, копаем. Ну, пока ничего. Опа, тыква. Тыква на пляже. Офигеть. Здесь что, Хэллоуин, что ли, проходил? Ладно, продолжаем искать. А, подожди, я же про детектор забыл. Здесь наверняка ничего. Прикинь. Без детектора нашел мяч пляжный. Вот это чудеса. Ладно, продолжаем поиски. Здесь нет ничего. Здесь, ну, детектор, блин. Старый, древний, от дедушки достался, работает, фурычит еле-еле. Да что ж такое-то? Не фартит. Фарту нету. Денег нету. И ручки тоже нету. Ну, найдись уже что-нибудь. Да господи. О, я себя ощущаю каким-то пенсионером, которому делать больше нечего, как на пляже искать какие-то предметы. Ну, что здесь у нас? Давай, раскапывай. Что там было? Опять тыква, да что ж такое-то? Здесь точно хэллоуинский праздник проходил. А у меня голова снова раздулась, как тыква. Знаешь, у меня уже 183 доллара, или по-здешнему 183 песка, и я наверняка что-нибудь могу прикупить в магазинчике. Давай-ка заглянем к нашему, Зевсу. А, погоди, это не Зевс, нифига. У него вместо ног хвост. Это же Русал. Давай будем называть его Русал. Шутка, его Тритон зовут. Так, давай что-нибудь у него купим. Ну что ж, мы можем купить, мы можем себе позволить, ну, в принципе, ничего. Мы бомжары, мы ничего не можем себе позволить, поэтому я пошел дальше копаться. Как же я так профукал краба, Маша Растеряша, блин. Оу, я нашел. Что это, шоколадная монета? Так, сейчас посмотрю, что это такое. Действительно, шоколадная монета. Да какого? Я нашел шерстяной носок. Здесь что, деды что ли отдыхают? Пенсионеры? О, дружище, какая у тебя раздутая голова. И сколько у тебя крабиков. Подожди, у тебя еще и слон есть? Эх, хорошо живешь, а я вот своего краба профукал. Я теперь чувствую себя каким-то обделенным. Здесь у всех есть крабы, питомцы. У тебя тоже есть питомец, между прочим. Кеха, не обижайся, но ты не умеешь копать песок. Я мог бы покопать своим клювом, но это слишком. Обленился ты, Кеха, совсем обленился. Сноуборд откопал, ты представляешь, какие здесь растеряши живут на этом пляже. Хотя на этом пляже, по-моему, кроме крабов и нас, кладоискателей больше никого и нету. Похоже, что сюда кто-то ночью приходит и закапывает все эти вещи здесь, специально для нас. Но ты только, это чисто по секрету. О, крабик, подожди, пойдем со мной работать, я тебе денег дам, у меня 200 песка, может за 200 песка договоримся, а? Пошел нафиг. Ну вот, крабик убежал. А мне ты денег так не предлагал. Ну вот, кажется, что к концу этой серии мы с Кехой поссоримся. О, снова шерстяной носок. Кеха, хочешь вместо денег я тебе предложу шерстяной носок? Сам носи свой шерстяной носок. Да ладно, чё ты, не обижайся. Ты посмотри, сколько здесь крабов. Может, реально у кого-нибудь свистнуть его? Крабы, типа. Типа, крабики. Стопы. Да ладно, если бы они здесь были одинокие, а так они тут все с хозяевами. О, смотри, краб упал. А, все. Ну, наконец-то я нашел эту ручку, господи. С голубым колпачком. Сейчас я отдам этому гному эту вонючую ручку, которую я проискал весь день. Держи. За которую он мне дал 30 песка. 30 монет, то есть по-нашему. Это пипец. Ну что ж, этот гном дал нам новую миссию продать песка на 30 долларов. У кого опилки в голове, как у Винни-Пуха, а у кого песок, как у меня. Хе, что лучше, даже не знаю, опилки в голове или песок. Если ты за песок в голове, то пиши песок. Если ты за опилки в голове, то пиши опилки. Батарейка, зареди мне батарейку. Ничего себе, батарейку нашел, вот это круто.
Могучая башка размозжит мои мозга, сейчас лопнет из списка и обсипит всех здесь. Та-да! Так, значит, мне надо пират продать все это дело добротное. Продаем. В общем, знаешь что, у меня в карманах один песок, целых 500 граммов песка, если можно так назвать. Короче, $500 у меня есть, и я хочу купить тебе нифига ни рюкзак, ни детектор, ни просеивалку. Я хочу купить тебе краба. Где же краб? Куплю собственного, своего краба. Не тот пиратский, который от меня сразу же убежал, а нормального, который от меня точно не убежит. В общем, покупаем вот такого вот красного краба. Так, сейчас он вылупится. Генри! Генри, иди сюда! Наконец-то у меня есть Генри! Ну вот, снова конкуренты! Так, тихо! А то сейчас еще и этот сбежит. Наверняка ты спугнул прошлого. Ага, своим клювом спугнул. Так, все, тихо. Так, значит, Генри, надо тебя переименовать. Назовем тебя... Буч. Нет, Буч я его уже не назову, а то точно сбежит. Назову его... Бомбита! Бомбита я его назову. Будет у меня мексиканский крабик. Все, Бомбита, поехали копать песок. Ну, наконец-то. У меня теперь есть замечательный помощник. Смотри-ка, он с Лизой играет. А, Лиза убежала, видимо, не понравился мой Бомбита. Давай, Бомбита, копай, я верю в тебя. Ничего не нашел, перешел на другую территорию. Так, давай, копай. Чё-то ничего не находит, слушай. Блинский, как круто иметь краба, который за тебя копает и что-то ищет. Слушай, ну все, я тебе могу лечь и загорать. Теха, ну как тебе такой поворот, когда за тебя работает, а ты отдыхаешь? Ну, так, в принципе, пойдет, я не против. Ну что ж, а на этом, я думаю, что можно закончить. Мы пойдем сейчас с Кехой попьем коктейльчику, а наш Бомбит пускай поработает. Если тебе понравился этот видосик, то ставь лайкосик, комментосик под видосик и обязательно подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. Тебе спасибки, удачки, ну и пока, до следующего видосика. Юху! Так, где этот пират? Он мне обещал этого яблочного соку налить.